Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Азамжон, Каримбердиев Азамжон. Я основатель компании OUMAX. UMAX – это международная курьерская компания, которая предоставляет услуги на рынке постсоветского пространства и за пределами их. Работаем с маркетплейсами. У нас работа заключается по доставке, авиадоставке, авто и ЖД-доставке. В основном у нас клиенты – это домохозяйки, люди, которые розничной покупкой и оптовой покупкой занимаются, которые дома сидят, через интернет-посылки, интернет-магазины заказывают, мы им доставляем до дома. Вот эту функцию на себя берем. Мы представителями являемся московского филиала. На сегодняшний день уже 4 года, и у нас порядка уже 20 тысяч клиентов. Замечательно. Расскажите, с какими странами работаете, доставляете куда угодно или есть какие-то постоянно отработанные направления? Мы сейчас работаем в основном, у нас основные две точки – это в Москве и в Ташкенте. Есть представительство в Азербайджане, в Баку, в Стамбуле, в Индии, Дели, Корея, Южной, в Китае есть представительство и сейчас открывается в Чехии. Здорово. Расскажите, пожалуйста, чего вы ждете от нашей выставки, каких-то новых интересных контактов, были ли уже какие-то у вас интересные встречи? Мы познакомились с многими уже представителями разных, в основном хотели с партнерами. Бывает так, то, что сидишь в кабинете на работе и так не получается, да, пообщаться, чисто на электронной почте получается. Вот вживую пообщались, посмотрели, какие навыками, какими еще новшествами обладают наши партнеры. Вот заодно познакомились, обменялись контактами. Мы надеемся, что выставка будет вам полезна, что будет много интересных бизнес-контактов, новых контрактов. И надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо вам большое. Спасибо. Сеня.